сегодня у нас улетела в Израиль на экскурсию. Вот. Мы идем на завтрак, а потом пойдем опять записываться в ресторан. Не помню, вчера мы сказали или нет, что вчера мы пришли записаться, а там был выходной. Ой, позавчера, да? Позавчера, да, должны были записаться. А там был выходной, потому что в самом ресторане должен был быть рыбный день. Да. Так что пойдем попытаем удачу сегодня. Ладно. Нам приятного аппетита, мы пошли. Сыр мой любимый. И взяли попробовать вот такую другую яичницу. Там набираешь начинку, какую хочешь. Ну, конечно же, сок. И взяла в детском такой молочный коктейль банановый попробовать. Ну, Сережа тоже почти то же самое, только еще сосиски. И кофе. Out of focus, taking up my energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy? Up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me. Supersonic. Supersonic. Don't fit in my equation. Addicted to a memory. Peace fading since you became the enemy. Stranger that I used to know. When do we become this? Run wild like an animal, trying to make it through the day. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. I don't wanna say what I feel right now. Oh, 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 oh. Yeah, you're pulling me. Стейки. Мы уже взяли. Пойдем дальше. Пойдем все сегодня смотреть будем. Так, там какие-то овощи. Даже гречка есть. Это у нас рагу из тыквы. Что это делать несу? Ну, хочешь отнести? Так, тут у нас лепешки. Всякие разные хлебушек. Дыня. Тут суп. Давайте посмотрим, какой сегодня борщ, зелень стоит и, ой, и еще какой-то. Тут овощи на гриле. В ту сторону пойдем, да? Блин, тебе все равно со мной ходить придется. Здесь диетический стол. Давай покажем. Ой. Давай покажем, что тут. Овощи, цыпленок, картошка. Картофель, вареная все. Вареная грудка. Без соли, без всего. Рыба так. Рыба. Овощи какие-то. Цветная капуста, горошек, кукуруза и морковка. Так. Ой, положи мне вот такую штучку. Одну? Они с сыром, по-моему. Здесь много-много различного хлеба. Мы, кстати, с тобой его даже не пробовали. Булочки всякие. Так.
Тут у нас жареные овощи, помидорки, еще какие-то овощи. Там фришка, я хочу взять сегодня фришки, давай постоим. Ну что, булочки, фришки? Булочку взял, бедный ребеночек. Я все. Булочка и фришка. Конечно же. Булочку с пумой. Впервые, наверное, за фришкой очередь. Вкусно очень. Пахнет булочкой. Нужно всякие крупы. Вообще-то это украшение. Можно нагребаешь, рис домой повезли. Зай. Вот некоторые, наверное, так и делают. Кольца луковые. Ты будешь? Нет, луковые я не люблю, я люблю. Положишь мне? Фри? Ну, немного. Еще. Какая-то она огромная. Все, достаточно. Наверное, картофельная палочка здесь. Я возьму одну. Тут вот соусы, майонез. А что, сыр или что это? Да. Сыр, ну, можешь мне чуть-чуть попробовать? Здесь, краешку. Ну, нифига себе, чуть-чуть. Так, тут у нас паста с овощами, спагетти и равиоли сегодня, опять вкусные, да. И еще чего-то, томатный соус и еще какой-то соус. Нифига ты набрал. Зай, не бери много. Так, там у нас что? Очередь за чем-то вкусным. Я так булькнул, что соус прям брызнул на футболку. Здесь, наверное, это курица на гриле? Да, курица на гриле сегодня. И какая-нибудь индейка на гриле. Положишь мне маленький какой-нибудь? Вот, вот, вот маленький кусочек. Ой, какой-то зажаристый, ну ладно. Здесь котлеты какие-то на гриле. Возьми одну, я у тебя попробую. Она у себя попробует. Я же столько не съем. Так. У нас же он плюс, можно не доедать. Пойдем. Главная суть данного обеда – все попробовать. В серединку еще пойдем посмотрим. Сегодня приехало очень много народу, с утра ходят белые одетые люди, которых еще не заселили. Просто безумно много народу. Тут тоже супы, которые там были. Тут у нас рыба на пару. Рыба на пару. Индейка. Индейка. Сатэ из ягненка. При условии, что я вижу одни овощи. Очень нравится китайская лапша здесь с креветками и соей. Это мы на ужин покажем. Давай, что тут у нас? Здесь с бараниной. Сучок баранины попробовать. Как здесь готовят баранину? Это очень интересно. Папа только жаловался, что нету. Вот, пожалуйста, ему баранина. Лапша. Лапша какая-то. Здесь котлетки и пюре. Мне неудобно ходить одной рукой, держать камеру, другой тарелку. Давай, показывай нам, что тут. Так, говядина с зеленым луком. Говядина. И грибами. Говядину кусок. Только всю забрали, останется... Тушеный картофель. Картофель. Сатэ из курицы. С овощами и там рис. И там вот еще плов. Плов. Все говорят, что вкусный. В лаваше. И тут у нас тушеная фасоль. Там овощи на тушеные овощи все. Внутрь пойдем? Пойдем покажем быстренько. Давай одну половину. Да, вот там с той стороны, справа есть вход внутри. Ресторан. Там он чуть поменьше. Слева чуть побольше, но так как мы всегда сидим слева, тут есть некурящая зона. Вот покажи дальше. Там да. Дальше, если в конце вот вы видите зону для некурящих. Здесь в основном все курят. Кофе, чай можно налить. Мы сидим в некурящей зоне, так как мы не курим. Для деток очень удобные столики, которые запечатываются. Вот, да. Пленочкой здесь все стерильно, каждый день дезинфекцию проводят. Очень замечательно. Там слюнявчик, салфеточка. Очень круто. Тут у нас различные закуски. Здесь больше закусок, наверное, да. Мясные закуски.
Ну, почитай несколько. Копченая говяжья антрикот, роллы с утиным мясом, копченая индейка, рулет из телятины, то есть разнообразные, то есть куриная печень, паштет есть. Много-много всего еще непонятного. На вкус и цвет, не подписано. Без разницы, ребят, реально очень много выбора. Много сыров. Тут еще какие-то закуски, они не подписаны, поэтому непонятно, что это такое. И здесь оливки, маслины, свекла, по-моему, еще что-то, салат, лук, ну, различная зелень, петрушка, помидорки, огурцы, морковка. Ну, тут, в принципе, все то же самое. Фрукты, сливы, яблоки. Бананчики вот тут. И вот детский уголочек. Все для детей. Да, здесь для деток вот. Гречка, котлетки, какие-то пюре. И как маленький ребенок? Сережа маленький ребенок, что-то да, попробует. Здесь тортики. Хотя на обед нет тортиков, а вот у деток есть. Почему? Пойдем тоже овощи. Овощи. А, есть вода, микроволновка, блендеры есть. И молоко. Для деток вот там растишка, молоко, молочные коктейли. Вот здесь сверху слюнявчик можно отдельно взять, салфеточка. И вот детские столики. Видите, детки там сидят, кушают. Вот тут посередине еще один стол. Здесь от А до Я, здесь от турецких сладостей, заканчивая просто сладкими десертами, которые... Вот пончики, смотрите. Вкус. Всякие различные. При условии, что во многих отелях они получаются, что какой-то однообразный, то есть разный вид, но одинаковый вкус. Здесь такого нет. Здесь каждый десерт как бы отличается вкусовой своей гаммой и очень впечатляет. Да, то есть они все абсолютно разные. Не на один вкус. И турецкий вот. Все блюда очень вкусные. Пудинги. Хотя мы, в принципе, их не едим. Лопнуть. Но здесь вкусно. Пончики. В общем, вот, очень-очень много всего. Ну, все, в принципе, мы все показали, конечно, каждый день что-то разное. Бар в ресторане, но тут только вино, пиво, то есть коктейлей здесь нет. Коктейли все наверху можно в пиано-баре попить, на пляже в баре. Здесь так, такие напитки. Ну, естественно, чай, кофе, вон там соки. Можно? Вот тут вот у нас бар. Еще здесь два туалета. Вот первый. И чуть подальше второй. То есть тоже очень удобно. Далеко никуда бегать не надо. Добрый день. Я извиняюсь. Я по поводу камеры хотел поинтересоваться. Я снимала в баре, и ко мне подошел официант и спрашивал, начал про камеру. Хочет купить такую же, и нравится нам, не нравится. Вот я с ним стояла, разговаривала. В общем, вот, ну, в принципе, видели, что мы взяли картофель фри, курицу, какую-то котлетку, стейки. И у Сережи там, как обычно, кучу-кучу всего попробовать. И пиво. Ждем папу. Вот тут вот есть детский бассейн с морской водой. Он детский, зай. Ну... прямо на пляже. И тут как бы отдельная такая зона, вон детские игрушки всякие. Бассейники. Сегодня самолеты и вертолеты всякие разлетались. Это береговая охрана, наверное, скорее всего. До Зевса пойдем? Это Посейдон. А, ну вот мама вчера Посейдон. Так, мама вчера так сказала, я так и запомнила. Зевс. Я ж тем более я еще и не вижу. Ты чего от меня вообще Посейдон, хочешь? Посейдон, бог морей. Я очень рада за него. Вот тут вот играют в волейбол обычно. Вон там вчера на качельках мы вечером. Давай у него трезубец заберем. Сидели. Чем? И будем править морем. Тут, наверное, всякий прокат вот этих всяких плюшек, ватрушек. Давай, вставай рядом с ним. Иди потрогай.
Хочешь? Дальше? Я думал, гранит. Это эпоксид. А тут все уже. Это уже не наш. Это какой-то чужой пляж или вообще местный, похоже, потому что он там не отели, ничего, просто машины стоят. Не знаю. Нет, может быть и чей-то. Непонятно. Сегодня уже какой? Пятый, по-моему, день. У нас какой? Пятый день? Я считаю, что. Я не помню. Четвертое. Пятый. Чем фиг знает, какой день. Но мы как приехали, с первого дня лежим, то есть на последней вот линии. Ну там вон наша оранжевая сумка. И нам там очень нравится. Что на первой линии куча людей, все ходят, лежаки к морю вытаскивают. А здесь тихо, спокойно, и солнце, и тенек, все всегда есть. Очень удобно. Вообще шикарно погода тут. Теперь пойдем сходим в другую сторону. Тут уже зона 15+, по-моему, с этой стороны. Нельзя с детьми. Но мы здесь ни разу еще не лежали, потому что нам неудобно. Мы живем в корпусе вон там, вон, слева, в пятом. И нам сюда довольно-таки, ну не то, что далеко, но далековато ходить, тут ближе. Вот, и вот эти вот знаменитые лежачки. 100 с чем-то долларов в сутки, которые стоят. Там личный официант. По-моему, ваза с фруктами, что ли, или что-то такое. Ну, и что-то такого особенного, на самом деле, не знаю, да? Прикольно там лежать, вроде вид крутой, но то же самое все. Ладно бы тут еще пляж какой-то песочный был. Ну, 100 долларов. Ну, и получается все. То есть вот они заканчиваются, и дальше уже чужой пляж. Будет сюда прийти сфоткаться. Вот как раз когда пойдем, мы сегодня же идем в рыбный ресторан, можно будет. Вот это первая линия, она еще дороже, а вторая чуть дешевле. А, ну тут вот какой-то белый песок, что ли. Вот там рыбный ресторан, куда мы сегодня идем. Тут можно в аренду взять теплей, но как-то очень дорого. Тут иди-то. Ну просто покататься. Стенька собрала тут всю ораву воробьев. Мы тут их решили покормить. Просто мы как бабки сидим и кормим воробушков. А мы собрались, у нас почти 7, и идем в рыбный ресторан. Спросила его. Сейчас на меня будут, наверное, очень странно смотреть. Все такие в шортах, в майках. И мы вырядились в платье и рубашки. Такая непривычка, когда она ходит на каблуках, потому что она кажется почти со меня ростом, ну хотя это не так, видите, да? Вот, буквально небольшая разница, но все равно носила ее прям рядом с моим носиком. Да, непривычно, мне тоже непривычно, я привыкла, что надо тянуться. Вот мы идем,
Сейчас там вам все покажем, что мы там выберем и что будем кушать. Вот мы пришли, у нас тут столик на двоих. А почему? Вот смотрите, какой у нас вид на море. Вот внутри ресторан, там наверху, и вот тут на улице нас посадили. Пока тут какие-то закуски. Я даже не знаю, что это. С морепродуктами мы будем. Из горячих закусок мы хотим попробовать и жареные кальмары, и жаркое из креветок. Так, салаты. Нам что-то ничего не приглянулось. Из основных блюд я возьму лосось, а Сережа жаркое из форели. И на десерт мы будем ассорти из пахлавы. Интересно, сколько мы будем это все ждать, конечно, но... Надеемся, сейчас к нам подойдут. Мы, в принципе, никуда не торопимся так. Только у нас папа там один нас ждет. Он нормально будет. Да, потому что я уже говорила, что мама уехала, а папа один сейчас там на ужин. Крутой тусе. Да, будет тусить. Вон там все фоткаются, фоткаются. Вот такой супчик нам принесли. Там несколько креветочек и гренка. Ну как, рассказывай. Такой послевкусие бульона морского, но не куриного. Что-то помимо курицы, может быть, что-то имеется. Ну а так очень вкусно. Вот нам принесли еще коктейль. Благодарю. Нам принесли кольца кальмаров. Ну как? Вкусное? Ну что похоже, что там кальмар по сочности. Даже мне кажется, вчера он был вкуснее там. Но здесь еще подают вместе с тартаром. В сумме очень вкусно. И говорю, что классно. И вот еще креветочки. 15.51. В принципе, мы не так долго ждали. Вот принесли мне лосось, тут с овощами, лук, лимончик, соус какой-то. И у Сережи. У него рыбка в горшочке. Будем пробовать. Тут друзья-товарищи нас окружили. Кошаки сидят, выпрашивают еду. Вот этот вообще толстяк. У нас тут сидит, клянчит, вот такой вот важный котик. И нам сказали, что его зовут Чемпион. Потому что сюда приходят остальные коты на его территорию, а он их выгоняет. И тут вот еще один. Сзади меня сидит, смотрит. Нас, кажется, окружают. Еще двое. Их уже рядом четверо. Десерты как-то очень неожиданно. Мы заказывали один вот такой вот. Нам принесли их два и еще целую тарелку фруктов. Нам их не съесть. Ребят, арбуз будешь? Коты, арбуз будешь? Виноградик. Что-то они не желают. Ну, в общем, мы сейчас будем кушать, хотя мы уже объелись. Конкурс, конкурс и бац. Под шарик, патрон алтында. Да, очень просто. Два шарика сразу начинаем. Идем. С этого и стороны очень странный ракурс, что он там делает. Прыгаем. Поехали!
10 минут первого, и мы сидим под ресепшн на улице и ждем маму, пока она вернется. А кто-то уже залипает. Не, я не сплю. Ну, погода сегодня крутая, ветра нету. Тепло так. Да? Вот. Еще нам дали медали. А, за лучшую пару. Лучшая пара отеля. Ну, я их уже покажу завтра. Мне уже нет силы доставать. Там все силы были потрачены.